И снова приветствую всех. Вот у нас футболки после первой стирки, которые два новых варианта нанесения на хлопковую ткань, именно сублимацией. Должен сказать, что они великолепно выдержали первую стирку, как будто вообще не стиранные. Классно. Все держится. Вот тут вообще все шикарно. Тут тоже. Все держится прекрасно. Нигде не отдирается нормально. Ну, изображение, понятно, не изменилось. Это сублимация. Сублимация, она стирок не боится сама по себе. Вопрос был только в том, как это будет держаться. Единственное, что то ли футболка лежит, как-то это, погладить ее надо. А вот это дело вот неровное. Неровность тряпки стала заметна еще больше. То есть, это вот вопрос, конечно, к производителю. Надо ровно делать. Во. Как-то, мне кажется, заметнее стало, чем до стирки. В общем, так-то само по себе все вроде прекрасно держится. Но вот к этой штуке вообще нареканий нет. Будем так считать. А вот здесь нарекания есть. Это, конечно, ровность. Ровность края. Это жуть. Вот это вот нельзя так делать. Это, конечно, нельзя так делать. Вот. В общем, производителю нужно подумать о двух вещах. Ровность краев. И сделать все-таки так, чтобы картинка получалась немножко поярче. Может быть, белизну этой ткани самой увеличить. Ну, что-то сделать еще. Не знаю, что здесь сделать. Может быть, плотность ее повысить. Потому что она такая очень пористая. Вещь-то. Вот, пористая. Поэтому, может быть, поэтому не хватает яркости. То есть, может быть, пористость уменьшить у этой ткани. И тогда все будет классно. Вот, нет, наверное, все-таки еще футболка как-то не так лежит. Что уж очень криво. Ну, а в общем, этим способом пользоваться можно. С некоторыми последствиями. Ну ладно. Тест на стирку они прошли. Молодцы.